Пане Євгене, вітаю. Добрий вечір. Чимало говорили на цьому тижні про додаткові можливості фінансування, так і про власне реальний потенціал бюджету 2017. Наскільки я розумію, ось саме ця невідповідність витрат і потреб і підштовхнула на пошук виходів за кордоном. Так? Чому на рахунок міського бюджету прогнози настільки песимістичні і чому його називають вже сьогодні експерти іспитом на виживання? Ну, во-первых, потому что во всей стране есть неопределенность, что же будет с государственным бюджетом, потому что он рассматривается, в него вносятся корректировки, и как это отразится на всех областях и городах, одному Богу известно. Я бы не говорил, что это там как-то сверхпессимистично или есть определенные сложности. Да, конечно, они есть, поэтому необходимо делать такие действия, которые бы дали возможность найти дополнительный ресурс для развития города. Мы видим, что затратная часть точно вырастет. Нам необходимо сделать две вещи. Первое – это сократить издержки, и второе – это увеличить доходную часть. По сокращению издержек необходимы на сегодня уже дополнительные инвестиции, потому что админ ресурс уже был исчерпан для снижения затрат. Переді мною вот буквально звіт, і у вас є такий тільки кольоровий, так, звіт вашої поїздки так, до Європи, усі результати налагоджених контактів, інформації чимало, якщо вивчати. Так, але хотілося б от трохи більше конкретики, от буквально по містах-партнерах. Польща в рамках Вишеградського форуму відповідає за політичні реформи в Україні. Это касается децентрализации, ну и всех остальных направлений, которые касаются реформы государственного управления, местного самоуправления, все, что касается политических моментов. Венгрия – это наш партнер по развитию малого и среднего бизнеса. Поэтому мы сфокусировались на двух основных направлениях. Безусловно, есть и центральная Западная Европа, но это как бы отдельный разговор. В Польше наши партнеры это город Ольштин, это город Люблин, это город Вроцлав. С ними документы будут подписаны в следующем году. Мы договорились уже. По Венгрии наш партнер город Мишкальц. В городе Мишкальц Юрий Григорьевич будет подписывать договор о партнерстве 24 ноября. В Мишкальце первое – это проекты, связанные с реабилитацией криворожан, которые воевали в зоне АТО. Угу. Це дуже важливе питання, на яких умовах такі домовленості відбуваються? Там 50% бюджетних коштів, так? Ми договорились з Вроцлавом, з Нижньої Силезії, 50 на 50. З Мішкальц будемо договарюватися. У будь-якому разі це буде безкоштовно для безпосередньо учасників АТО, наших військових? Для учасників програми це буде безплатно, безусловно. То есть город возьмет на себя и логистику, доставку до места, город возьмет на себя лечение там, город возьмет на себя туристические программы там, ознакомление. То есть люди будут не только находиться на лечении, безусловно, что у них будет отдельный блок, это возможность осмотреться, поехать посмотреть на Венгрию. Очень хорошая обучающая программа. Вот. Поэтому с Мишкальц у нас будет одно из направлений – это обмен студентами. И третье направление – это взаимодействие между бизнесами. Вроцлав – это наш партнер также по направлению реабилитации воинов АТО, в первую очередь. В Нижней Силезии есть очень хорошие термальные источники. Там мы договорились в модели 50 на 50 уже. И сейчас мы уже оформляем документы. Город Вроцлав – это технопарки. Технопарк – это модель, которая дает возможность коммерциализировать научные разработки. Вот, в частности, наш национальный университет. Необходимо сделать так, выбрать те идеи, которые имеют право там, на коммерциализацию, помочь нашей науке сделать грамотный бизнес-кейс и искать партнеров, искать инвесторов. Вот, это работает. Вроцлав очень успешен в вопросах создания и работы технопарков. Они создали два очень успешных технопарка. Один технопарк, он специализируется по нанотехнологиям, второй по медицинским технологиям. Для работы над механизмом залучения коштів ЄС, да, під інфраструктурні якісь проекти Кривого Рогу, залучена потенціал Інституту розвитку міста. Яка роль відводиться цій організації? Наш Інститут развития города – это основная база по реализации этих проектов. На базе института будет создан центр по разработке европейских программ по европейским стандартам. Там будут проходить тренинги, обучение, и там же будет работать центр по написанию самих проектов. Останнє запитання. Як ви особисто оцінюєте ту
те, що виграє громада, і як, власне, бачите залучення активної її частини до реалізації всіх проєктів? Пробний шар ми зробили, коли зробили общественний бюджет, і ми просто бачимо, що в місті є великий запрос на вовлечення громадянського общества в проєкти розвитку міста. Это очень важно. Я верю в то, что этот проект будет успешен, и наш центр по привлечению европейских ресурсов, по построению взаимоотношений с городами Европы будет очень, очень интересным и принесет пользу жителям города. Начиная от привлечения денежных средств, заканчивая возможностью там, туристических поездок. Для этого аэропорт, для этого и проект «Общественный бюджет», чтобы люди активнее вовлекались. Во всем мире наиболее успешные те города, те страны, где четко работает взаимосвязь власть, общество, бизнес. В этой ситуации можно сказать, что государство и город успешны. Ну, сподіваємося, що наша громада також буде активна, а ваші напрацювання будуть працювати на інтереси. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо вовлечь конструктивну частину общественности. Я би попросил не беспокоиться тех граждан, которые воспринимают данную ситуацию просто как поле для черного пиара. Дякую вам. Спасибо.